Зачем ты согласилась играть эту комедию? Я сделала это ради нашей любви. Я перестал мне верить. А почему не слышно? Я не понимаю, о чем они говорят. Ваше высочество, подсудимый благодарит городские власти и одновременно как бы шутит со своей возлюбленной. Хорошо, особенно кружевной воротник и передняя выточка ему очень к лицу. И вообще он похож на покойного. Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал, любовь — это теорема, которую нужно каждый день доказывать. Скажи мне что-нибудь на прощание. Что? Что?